В данном видео вы услышите следующее. Саакашвили заявил, власти Грузии позорят грузин в глазах украинцев. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. В понедельник в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаила Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года. Бывший президент Грузии практически ничего не сказал по сути обвинения. Выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь касающих Украины. По его словам, если власти Грузии не будут сняты в ближайшее время, нынешнее поколение грузин навсегда войдет с клеймом позора в историю Украины. Если мы не сможем сейчас объединиться, Грузия погибнет, предупредил Саакашвили и тут же пояснил, сколько бы ни говорили украинцам, что нынешняя власть не отражает мнение грузинского народа, украинцы нам не поверят. После этих слов подсудимый вышел из зала при молчании судей. Такое поведение формально является оскорблением суда, но экс-президент именно так и поступает в ходе каждого заседания. Судьи, однако, не перебивают его и не подвергают санкциям, поскольку, несмотря на заключение, Михаил Саакашвили остается самой влиятельной оппозиционной фигурой в Грузии.